talk about one simple topic, and that is how to improve your pronunciation, how to practice your pronunciation. Привет, друзья! Сегодня поговорим всего лишь об одной вещи, а именно о том, как улучшить свое произношение и о том способе, который я использую для того, чтобы отточить свое произношение английского, сделать его беглым, а также попытаться звучать по интонациям как англоязычный человек. Для этого мы берем, открываем любой видеоролик с YouTube. Я выбрал диалог из «Матрицы», потому что мне нравится этот фильм. Выбираем тот фрагмент, буквально одно-два предложения, которые нам нравятся, и мы пытаемся раз за разом повторить то, что сказано актерами. Как мы это делаем? Не нужно пытаться сразу произнести какой-то диалог с той же скоростью, которые говорят этот диалог актеры. Первое, что необходимо сделать, просто понять, что было сказано. То есть вы еще и занимаетесь аудированием параллельно. Итак, первый этап. Вы понимаете, что было сказано. Можете это выписать себе на бумажку, либо открыть файл текстовый и сделать это в файле. Дальше. Вы просто пытаетесь слова произнести так, как они были сказаны, но гораздо, как сказать, медленнее. Да? Медленно. То есть, чтобы у вас они связаны и четко звучали. Далее вы пытаетесь уже сказать те же самые слова со скоростью, которая была использована в данном видео. Это намного сложнее первоначально, потому что язык начинает заплетаться. И вот умение сказать четко, но при этом чтобы и быстро, и четко, да, чтобы речь не заплеталась, вот это умение необходимо развивать в себе. То есть связывать эти слова так, как связывают их американцы, британцы, неважно. Сегодня я попытаюсь показать, собственно говоря, как это делаю я на конкретном примере. Ну и, собственно говоря, поехали. Звук у меня в наушниках, поэтому вы будете слышать только меня. Неважно. Поехали. Где у нас начало? Вот оно здесь. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. Once again. The time has come to make a choice. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. Either you choose to be at your desk on time from this day forth, or you choose to find yourself another job. Once again. The time has come to the time has come to make a choice. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. Either you choose to be at your desk on time from this day forth, or you choose to find yourself another job. And let's do it from the beginning to the end. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. Either you choose to be at your desk on time from this day forth, or you choose to find yourself another job. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. Either you choose to be at your desk on time from this day forth, or you choose to find yourself another job. And that's how you do it. И вот так вы и делаете это. Этому можно посвятить 10 минут. Этому можно посвятить даже полчаса. И, честно говоря, не важно, насколько много слов и выражений используется в данном видео. Самое главное, что вам научиться слова связывать быстро, предложения связывать быстро и интонировать точно так же, как интонируют актеры. И два параметра. Скорость и четкость произношения. Вот это вы отрабатываете вот таким способом, довольно-таки простым в современном мире. Поэтому вот он мой простой воскресный урок для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в социальных сетях. Надеюсь, мои уроки полезны для вас. See you later, guys!